В столице региона прошел краевой конкурс профессионального мастерства среди водителей общественного транспорта. Цель соревнования – повышение профессиональных навыков водителей и улучшение качества и культуры обслуживания пассажиров. Показать свои умения и знания правил дорожного движения собрались 16 команд из районов и городов края. Среди участников есть как муниципальные перевозчики, так и частные. Программа испытаний включала в себя скоростное маневрирование на автобусах «ЛиАЗ», «ПАС» и «МАЗ» и эстафету. Вместе с мужчинами задания выполняли и женщины-водители. В этом году конкурс посвящен 90-летию пассажирского транспорта Красноярского края. Водители, показавшие лучшие результаты, поедут на всероссийский этап конкурса. Всегда у коллектива должен быть, помимо руководителя, тот лидер, такой профессиональный лидер, к которому бы все тянулись. Поэтому это вот основная такая идеологическая миссия данного мероприятия.